вскочил кузнец на ноги, перекрестился и давай бог ноги. Прибежал домой, а там знакомые его спрашивают: «Чего это ты весь седой?» «А я у лиха переночевал», — говорит кузнец. «И знаю теперь, какое лихо. Когда есть хочется, да не ешь. И спать хочется, да не спишь». Правильно люди говорят. Не буди лихо, когда оно тихо. Снега, конечно, навалило. Но ничего, весна уже близко. Да, настало время духов зимы. Каких еще духов? А ты не в курсе, что ли? Старая байка. Мне ее давным-давно Седой с барахолки рассказывал. Говорят, в последний месяц зимы по всей Норвинской можно наткнуться на большие костровища. Так вот, если зажечь огонь, то тут же появятся духи зимы. Слуги Мары. Много смельчаков пропало без вести. Но те, кто выжили, говорят, что духи эти, без страха, несутся прямо под пули, только успевая заряжать. Так вот, если продержался и огонь догорел, то духи зимы сразу отступят. И выйдет уже дух весны. Этот добрый не обидит. И в награду даст чего полезного. Да уж, странные дела, конечно. Что-то такое я слышал уже. Ладно, пора выдвигаться. Готов? Кстати, про рыжего что-нибудь слышал? Да, сохранился сейчас.